Овощи из борщевого набора бережно выращивают сотрудники предприятия «Хлебороб-1», что в Меликесском районе. В этом сезоне посевные площади предприятия составили 4500 гектаров. Из них 130 отведено овощам открытого грунта. Овощам отдельное внимание. В этом году на производстве построили склад с вентиляционным оборудованием для хранения картофеля, установили линию по сортировке лука и приемный пункт для корнеплодов. С работой комплекса ознакомился губернатор. Овощи на «Хлеборобе-1» проходят обязательную сортировку, мойку, шлифовку и фасовку. Производственная мощность 7 тонн овощей в час. В планах строительство 2 овощехранилищ на 2500 тонн каждый. По информации Министерства агропромышленного комплекса, Ульяновская область занимает лидирующую позицию по уборке овощей открытого грунта. В среднем по области урожайность в этом году составляет 324 центнера с гектара. Не забывают и о выращивании овощей в закрытом грунте. Хороший пример тому – градообразующее предприятие «Тепличное». Первый этап по реконструкции комплекса предприятие реализовало за 1,5 года, а налоговые отчисления в региональную казну составили больше 100 миллионов рублей. Продукция собрана пока на данный период на 1800 тонн больше. Средняя заработная плата на предприятии выросла в порядка 40 тысяч рублей у рабочего состава. Работают у нас 580 человек, трудятся на предприятии, полностью соблюдаем условия коллективного договора. 100% сотрудников стоит в профсоюзах, чем мы гордимся очень сильно. Сергей Морозов обсудил с руководством Минсельхоза и Тепличного второй этап реконструкции, который подразумевает модернизацию еще 6 гектаров производства. Я давал поручение о том, чтобы вы оба, и руководитель министерства, и руководитель предприятия, проработали вопросы о возможности дополнительных инвестиций, создания новых производств для того, чтобы и томаты, и другие продукты были у ульяновцев круглогодично на столе. Второй этап модернизации завершится в 2022 году. В теплице будут установлены газопоршневые машины, дополнительное солнце для овощей. Это позволит увеличить производство овощей закрытого грунта в 3 раза. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.